Лето – благодатное время не только для отдыха, но и для работы. Нягонские коммунальщики должны оформить летний облик города. Самый большой объем задач связан с озеленением. В этом году в муниципалитете высадят порядка 1500 однолетних растений и 100 кустов многолетников. Согласно проектам ландшафтного дизайна, на месте традиционных уличных цветников со временем появятся мини-сады. Организаторы и производители работ надеются, что новые краски и ароматы поднимут настроение горожанам. В городе начались сезонные работы по благоустройству территорий. Это у нас и окраска металлических ограждений, скамеек, урн, конструкции вертикального озеленения. Также начинаются у нас работы по обустройству контейнерных площадок города. Всего планируем обустроить 26. Далее у нас по плану ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории города. Посадка цветочной рассады, посадка газонной травы. Ремонт тротуаров и демонтаж бесхозных строений. Каждый год хочется экспериментировать, хочется добавлять цвета нового, потому что каждый цветок, он по-своему дает свой цвет. Самое интересное, что мы уже высадили, это многолетние цветы. До этого у нас высадки, конечно, такой не было. В этом году высадили на перекрестках. Это Ленина и проспект Нефтяников. Многолетки в этом году – это можжевельник. Можжевельник мы используем горизонтальный, вергенский. Хосту используем, астильбу и гортензию.